Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І цієї години зі мною у студії член президиуму антифашистського комітету Михайло Кононович. Вітаю. Добрий. Та професор Інституту журналістики Микита Василенко. Вітаю. Добрий день. Найближчим часом поговоримо про таке. Генеральна прокуратура підтвердила, що співпрацює з фондом Сороса. Помічник російського президента Сурков і досі опікується темою України. СБУ зацікавилась відносинами нардепа Ківи та російського політика Жириновського. Партія «Слуга народу» має пройти очищення, і якщо хтось у цій політичній силі став учасником гучного скандалу, то провину за це відчуває на собі президент. Про це Володимир Зеленський розповів у відеоінтерв'ю виданню «Інтерфакс України». Він наполягає на тому, що потрібно виконати усі обіцянки, які робив він або його політична сила під час виборів. Наприклад, мрією він назвав підвищення зарплат в Україні за 4,5 роки. Зеленський сподівається втілити її в життя і підвищити українські зарплати до рівня польських. Ми повинні робити все, що ми обіцяли. Все, що ми пообіцяли, закінчити війну, держава в смартфоні, новий виборчий кодекс, нова податкова система. Ми повинні все це зробити. Для мене, якщо якийсь депутат партії «Слуга народу», якщо він там таке слово в лапках, да, зашкварився, я відчуваю на собі цю вину, тому що ця людина в партії «Слуга народу», ось і все. Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, я це казав, тобто всіх мажоритарників, ми не могли це зробити. Ми говорили, що буде очищення, ми повинні це робити. А нашим глядачам нагадую, можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Тож, пане Михайле, ну якщо Зеленський дійсно мріє, щоб виконати усі свої обіцянки, то я дуже чітко пам'ятаю його основну обіцянку. Весна прийде, будемо саджати. На дебатах на стадіоні він казав Порошенку, що я ваш вирок. Де вирок? Де головна обіцянка? І чому Зеленський мріє, а Порошенко ще й досі на свободі? Вы знаете, Зеленский, он, то, что он говорил, мерить нельзя. Он сделал со своими обещаниями то, что он сделал перед стадионом. Вот он на эти обещания то же самое сдал анализы. Все, что он сделал. Что он сказал? Почему вообще, давайте вот разберемся, из-за чего вы выбирали Зеленского, из-за чего так называемый феномен Зеленского, хотя я феноменом его не считаю, это сыграл просто... Маркетинг, все Сорес. Голосовали против Порошенко. Да, это все голосовали против Порошенко. И второе, можно сказать, равноценное, это люди голосовали за мир. За мир и стабильность. Вот что они хотели. Зеленский сказал, я мир. Так же, как и Порошенко в свое время. Где мир? Прошло уже полгода. Никакого мира, даже сподвижек никаких нету. И он говорит, я хочу... Разведение все-таки было якесь. Это все, но это не мир. Понимаете, а что, Порошенко не привозил военнопленных? А что, Порошенко из этого не начинал? Все то же самое, он идет по пути. И опять же начинается та же старая песня «Хвост виляет собака». И националисты опять виляют Зеленским кто куда хочет. Более того, еврей Зеленский финансирует нацистов на Украине. Это вообще нонсенс какой-то. Такого еще в истории мировой политики и практики никогда не было. В общем, мира нету, экономики нету, стабильности нету, никого не посадил. Пусть мне кто-то назовет... А где самое финансует? Зеленский... Ну, режим Зеленского финансирует. Все эти радикальные организации через это вот... Молоді і спорту, скільки їм повиділяли денег? На що? На бандерштати якісь, на якісь ці їхні лагеря націоналістичні, де дітей обболванюють. А СБУ що не фінансує всіх цих карасей або ще щось? От, смотрите, зараз по Шеремету. Ясно сказано, що СБУ приложила руку к убийствам. СБУ повністю під контролем держить всі ці радикальні організації, і власть їх ще й офіційно фінансує. Я вже не говорю через всякі тіньові
способы финансирования. Хочешь заработать денег, иди разбомби зал игральных автоматов, деньги себе заберешь. Иди разбомби аптеку, деньги себе заберешь. Эти схемы всем известны. Это что, не власть делает? Власть. Пусть мне кто-то из слуги народа или кто защищает режим Зеленского скажет, что Зеленский выполнил. Вот давайте не с того, что он должен выполнить и не выполнил, а вообще, что он выполнил. Вот что самое, он ничего не выполнил и не собирался. Он и ни Майдан не собирался делать то, что якобы из-за чего он стоял, ни Зеленский, ни Порошенко, никто из этих властей, из этих режимов не собирался выполнять свои обещания. Это полностью подконтрольная власть внешним силам, Соединенным Штатам и Западным фондам и прокуратура, получая деньги от Сороса, и люди в Укроборонпроме типа Наема и все полностью, наша власть полностью подконтрольна. Куда ни влезь, уши Сороса, уши американские и каких-то фондов. Это не власть украинская, это не украинская власть. Дякую, пане Микито. А от з вашої точки зору, що Зеленський мав на увазі, що от хто зашкварився, той буде відповідати. І, ну, в принципі, скандалів було настільки багато, що там півфракції треба звільняти просто і назначати перевибори. До речі, може, зразу і з виборами президента. Значить, що я хочу сказати? Я висловлюю не точку зору професора журналістики, а свою власну, хоча я професора. Тому це я сказав нашим панам, моїм товаришам. Думка моя особиста. Людина, яка сповідує радикально-ліві погляди, і не приховує цього. Тепер про Зеленського. Зеленський, я говорю на родном для нього язикі, хоча це не російський язик, це совєтський язик, але це філологи всі знають. А з признаком любого язика є діалект. Діалект – це ріка, яка підпитує основну, як Дніпр підпитує притоки. У нас немає діалектів на Україні, але є те, що залишилося від совєтської цивілізації по Кара Мурзе. Інтернаціональний язик, космополітичний, несколько русский. І так, я, щоб закінчити розговор з Зеленським, перше, що би ви йому не советували, він ваших советів слухати не буде. Второе. Это комический актер, который попал на драматическую роль. Как показали уроки Маруси Зверобой, которая открытым текстом послала и суд, и прокуратуру, и те проглотили обиду, как спелую сливу, и ничего, так сказать, не возмутились. Зеленский очень сильно опасается тех людей, которые с ружьем. А с ружьем у нас, по самым скромным подсчетам, от миллиона до трех. Армию он не контролирует. Это всем известно, это не надо повторять. Угрозы к нему сыпятся слева и справа, и он лавирует между ними и пытается что-то быть и нашим, и вашим преданным. Единственное, я не понимаю, как человек, выросший в этой стране, воспитанный своим отцом и своим дедом-фронтовиком, какого черта он сдает украинскую землю? Что ему, заплатят за это? Или он не понимает, чем это кончится, я охотно верю, что не понимает. Не тот уровень образования. Все мы тут свидетели, все мы читали украинскую классику 19-20 столетия. Чем кончается в Украине борьба за землю? Кровью. Винную. Кровью, однозначно. И когда будет это, то меньше всего будут смотреть какой-то национальности или какого... Будут смотреть на цвет твоей партийной принадлежности. И на то, что ты делал до, условно говоря, 20-21 года, кем ты был. Ах, ты там был? Ах, ты за это голосовал? Никто в этом не сомневается, как не сомневается в том, что Зеленский – последний президент Украины. Маховик запущен. Если болезнь уже проявила себя и дали результаты анализа, так сказать, позитивные, то маховик запущен. Оппозиция слишком слаба, чтобы остановить Зеленского. Они делают все возможное в рамках... условной демократии, условной демократии. Но Медведчук, которого я очень уважаю за то, что он человек законопослушный и чтит законы, действует в рамках демократии. А демократия выходит за пределы, потому что хотят украсть у нас последнее. Теперь риторический вопрос. А что будут защищать наши солдаты? За что они в принципе будут страдать? Ну, це вже риторичне питання. Да, як будуть реагувати донецькі, луганські? Це риторичний питання. Саме Гримс. Чому він не сказав? Вопроси Криму і так далі.
Выходит, как не хотите, понимаете, крымчане будут сражаться за свою землю. Дончане, луганчане тоже, между прочим, не в восторге. Я не говорю про языковой закон. Дальше. Я с Михаилом, в частности, не согласен. Михаил, ну где вы фашизм увидели? Мы изучали историю фашизма. Есть национализм, который подпитывается. Я же не буду говорить. Мы с вами, кто знаем, финансисты. Волчий крюк – это честно. А? Послушайте, вы меня спросили, человека, который пишет исторические романы. Свастика находится в Древней Индии, корни Древней Индии. Свастика – это символическое, подождите. Так вы спросили, я ответил. Я у вас нічого не спрашивал. Свастика – это чи? Ну що, я глухой, что ли? До речі, все ж таки, шановні гості, у нас є ще один телефонний дзвінок. Свастика – это сонце. Вибачаюсь, ми зараз приймемо телефонний дзвіночок і повернемося, можливо, до цієї теми. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Мене звати Віталій, я з Хмельницької області. Вітаю. Добрий вечір. Так, так, вітаю. У мене таке запитання по поводу церкви, російської і української. До яких пір будуть ділити церкви, і Росія на цьому заробляє? Зрозуміло. Пане Михайле, от я так розумію, питання нашого глядача стосується, що максимально ділять завжди церкви у нас в Україні і, в принципі, у нас жодного вироку немає по статті міжрелігійна розпал, міжрелігійної розні. Чому? Ну, понимаете, сейчас религия – это политика, и это большая политика. И некоторым силам на Украине, подконтрольным Западу, очень не нравится Украинская Православная Церковь. Та, которая ведет политику умиротворения, та, которая ведет политику, чтобы все, знаете, угомонить немного эти страсти, примирить украинский народ. Удары по УПЦ идут только потому, что она хочет примирить украинский народ. А некоторым силам, еще раз повторяю, под контролем извне, это очень не нравится. Придумывают новые церкви, эти удары будут идти. Смотрите, что сейчас происходит в Черногории, то же самое, аналогично. Придумывают новые патриархаты, они откалываются, и этот раскол будет усугубляться. Сейчас, кстати, на Волыни, в Хмельницкой области выиграли суды Украинская Православная Церковь. Опять же, идут захваты культовых споруд, церквей. И Украинская Православная Церковь, как законопослушная организация, идет по пути судебных разбирательств. И вот суды уже начинают выигрывать. И того результата, который они хотели добиться, в частности Порошенко, режим Зеленский, кстати, тоже продолжает эту политику раскола, не получил этот эффект. И не пошли массово, не стали лбом плитку расшибать в это ПЦУ, и не так-то к этому Епіфанію и побежали. Ну, тобто це цю нову церкву, яку Порошенко створив для своєї будови. І от говорили, в частности, о землі, що земля заканчивается на Украине кровью. Хочу также напомнить, что религиозные конфликты – самые кровавые конфликты вообще в истории человечества. Это самые кровавые конфликты на почве религии. Да. Этого трогать ни в коем случае нельзя. Я считаю так. Люди наши мудрые, люди наши умные, столетиями, тысячелетиями православие у нас существует, пусть идет так, как идет, не надо туда лезть, люди сами разберутся, тем более государству. И у нас есть еще один телефонный звонок у студии, витаем вас, вы в эфире. Доброго вечера. Доброго вечера. Днепропетровщина, скажите, был разговор за продажу земельных паев, я вам скажу, у меня пай земельный, 10 гектар. И я думаю, что должна быть возможность у украинцев чуть-чуть продать. Мало ли, мне ребенка надо выучить в университете в Киеве на юриста. Куча грошей надо. Надо возможность иметь продать чуть-чуть землю, как квартиру, машину. Почему я не могу свое продать? Не, ну странное. За меня городские решают. Почему мы не лезли к вам, когда вы продавали заводы, предприятия, имели ваучеры, акции? Почему вы лезете к нам? Спасибо. Дякую, пане Микита. От як ви можете прокоментувати от, і відповісти на питання нашого телеглядача? Ну, телеглядач дуже недалекий чоловік і агресивно настроєн по відношенню, як він говорить, городським. Я вас уверяю, що землю свою, він не продасть, второе, його кинуть, третє, в університеті він ребенка не научить за ці гроші.
потому что кроме университета надо еще что-то в голове иметь. А такие настановки давать сыну не стоит. Во-первых. Во-вторых, уважаемый зритель, а с какой стати вы решили, что эта земля вам принадлежит? Почему она вам принадлежит? Чем вы отличаетесь от Арахамия, который вообще на этой земле приехал сбоку припеку с Абхазии? Или с третьих десятых? Она не вам принадлежит. Она принадлежит нашим и вашим внукам, детям и нашим потом, предкам, понимаете? Земля – это не товар. Это, извините, менялы придумали, что земля – это товар. Земля – это нечто, которое нам дано от рождения всем. Ее продавать нельзя. Вы же, мать, не продаете. Вот. Поэтому с такими взглядами я бы на вашем месте, в общем-то, скромно молчал, потому что тут один антифашист, а второй левый. Понимаете, мы особо, когда настанет время че, будем разбираться, кто продает, а кто сдает в аренду. Дальше. Самое элементарное, что я вам скажу. Много раз экономисты, которые значительно грамотнее меня, я все-таки доктор филологии, подсчитывали выгоду от аренды и выгоду от того, что вы продадите землю. Первое. Землю, да, действительно, продают в Киевской области от 1000 до 1500. Но это продают ту землю, которая примыкает к крупным, в данном случае, свиноводческим комплексам или крупным предприятиям, там, где ее выгодно продавать в комплексе. Первое. Второе. Ее также само арендуют. И вот эта аренда земли принесет от 5 до 6 тысяч. Ну, там есть расчеты специальные. И самое главное, почему вас надурят? Что вы считаете, что международные спекулянты, которые здесь за границами уже руки, они что, считают, что вас надо облагородить и дать вам по полной цене? Скажут по $200, вы продадите за $200. Они так ночью придут и заставят продать за $20. Поэтому вы это уже проходили. Чем закончилась приватизация для вас в предприятии в 91 году? Вы являетесь собственником предприятия у себя на родине? Нет. Поэтому я сейчас ситуация обостряется, мои коллеги не дадут соврать. Я бы не стал делать многословных заявлений о том, что у меня 10 гектаров земли. Придут сегодня и попросят вас их взаймы с распиской. Дякую. И, пане Михайло, как вы можете прокомментировать и відповісти нашему телеглядачу? Еще, знаете, я бы так бы, ну, как бы не отсекал так вот резко людей, а люди доведены до отчаяния. Просто... Это может у людей последняя надежда, особенно может старшее поколение, вот, ну, там, кому, скажем так, условно, за 60, они понимают, что перспективы никакой нету, они уже ничего не успели в этой стране, она просто забрала у них будущее. Они начинали в 30-40 лет, когда разваливали Союз, говорили, сейчас манна небесная упадет, и мы заживем, как во Франции, как Кравчук говорил. Этого ничего не случилось, и вот эти годы ушли, жизнь прожита, и они доведены до отчаяния, и они цепляются за эту продажу земли, как за последнюю соломинку. Я вот сам с Волыни, да, вот аграрная область, там все разрушено, что и было, там несколько предприятий. Аграрная область, все в Польше на заработках, остались старики и маленькие дети. Вот простой пример, там вот женщина ко мне подходит и говорит, это буквально перед Новым годом было, она как говорит: «Сын в Польше, дочка в Италии. У меня есть пай того, зачем он ей?» Люди доведены до отчаяния, не могут ни обработать ее, ни нормально сдать в аренду. И поэтому они и думают, что они продадут и заживут. Дорогие наши украинцы, не заживете вы никогда. С этой властью, с этим режимом никогда не заживете. И не надейтесь на продажу земли. Во-первых, это категорически нельзя делать, потому что Украины не будет. Поймите, это вопрос жизни и смерти. А во-вторых, правильно вот здесь было сказано, приватизация показала, кому принадлежит. Пинчук, Ахметов и еще там несколько олигархов. То же самое будет и у нас. Категорически нельзя продавать землю, а людям просто нужно объяснять. Спокойно, тихо. Товарищи, ничего не продавайте, потому что не наживетесь, ничего не получите вообще. Я хочу добавить к этому, так. Понимаете? Я был в своей жизни коммунистом, слава богу, это слово еще хоть не запрещено, я был капиталистом. Так вот, если я куплю 10 гектаров у кого-то, я в тот же день, капиталистом будучи, этого хозяина отправлю куда угодно. И будет сценарий Бразилии. Приедет он в Дарницу и будет жить у меня в подъезде. В лучшем случае, если я его из подъезда не выгоню.
Понимаете, землю покупают с одной целью – убрать украинцев, привести пакистанцев. Тут на Ньюсване, слышишь, один из этих малых соросят, которые трутся там, облизывают все, начинал говорить, как само собой естественное, а зачем тут хохлы? Да мы привезем пакистанцев, индийцев, у них нет ни профсоюза, они работают, как сейчас по новому кодексу, 7 дней в неделю. 14 часов. Да. И они будут работать. Почему? Их дешевле. А украинцы пусть ездят в Польшу. Там же в Польше хорошо. Вот и все. А это не понимают люди. Если им не понимают, понимаете? Я уже привык к фразе, которую я цитирую. Был такой Дион Касси. Извините, 2 минуты. Это был то, что мы говорим, странствующий оратор. Христианский еще. Он пришел в Трою. Трою уже нет. 2000 лет, как Трою взяли, разгромили, распахали, землю продали. Ну, и как все, значит, все пошло прахом. Он выступает перед согражданами. Это Римская империя, уже Греции нету, всего нету. На Римской империи. Говорит, дорогие друзья, сограждане, человека трудно научить, сложно переучить и невозможно переубедить. Поэтому, понимаете, я знаю один принцип переубеждения. Но тут я не буду говорить уже, это не Дион Касси, который апробирован моей партией бывшей. Дякую. И у нас еще один телефонный звонок. Вітаємо вас, вы в эфире. Доброго вечора. Доброго вечора. Меня зовут Надія, Вінниччина. Вітаю. У мене от таке питання. Я тільки що дивлюся вашу програму і чую, як людина на стерео хоче продати свій пай. А я теж в селі, маю земельний пай, я його не хочу продати. Тому що воно добувалося кров'ю. Мій дід відсидів в Карелії 17 років за землю. А тепер нас знову хочуть її забрати. Тих 3 гектари, які мені орендатор сплачує, кожнісінький рік, 10 тисяч гривень. Зараз хочуть віджати, тому що якщо ми її не здамо орендатору, він відкажеться, як прийдуть холдинги великі. Не схоче брати в оренду, бо він нашого задушить орендаря. А холдинг, якщо скаже продати, як нам бідним селянам тут поступати? Дякую. Я так розумію, що дуже цікаве питання. А що буде, коли дійсно прийдуть агрохолдинги і ті аграрії, які зараз беруть в оренду, їм вже просто не вихід там буде взяти в оренду цю землю, тому що там вже будуть вже конкурентні розбірки йти з великими агрохолдингами, і це дуже може сильно вдарити по нашим селянам. Ну і тим, хто здає в оренду ті паї, які не хочуть продавати. Смотрите, что, ну вот все понимают, кто там более-менее разбирается, историю очень хотят сделать латифундию из Украины. Что, вот смотрите, селяне, да, вот там маленькие фермеры у себя в регионе, там хорошо растет картофель, он выращивает картофель, он подстраивается под местный рынок. Вот, например, яблоки идут, орехи на юге Украины, еще что-то. Что делают огромные агрохолдинги? Они скупают землю. Три вещи. Смотрите, три вещи. Почему у нас сейчас вообще, посмотрите, перед Новым годом, да и сейчас, вот посмотрите, сколько картошка стоит на Урале, в России, на Урале. Картошка на наши деньги стоит 9-8 гривен. У нас 14-16. Это не нонсенс. В Сибири картошка 10-9 гривен, а у нас 14-18. Это не с ума сойти, это с ума сойти. Почему? Потому что раньше как-то планировались, министерство планировали, так нужно то-то. Сейчас что? Три вещи. Рапс, пшеница и семечко. Вот что на вывоз. Все, что на вывоз. И вот хотят эту Украину клаптиками. Кстати, в Латинской Америке 50-е, 60-е годы, посмотрите, почему там голод был. Из-за этого, из-за агрохолдингов, из-за чего и революция, и в Уругвае там начиналась, в Мексике. Все из-за этого, то же самое. И хотят на Украине сделать, поделить все на вывоз. А что будет с местными, это никого не интересует. Это действительно будет так. Землю продал, уехал, ты тут и не нужен. Людей выталкивают, просто выталкивают, уходи отсюда, ты тут не нужен. А вот эти, вот у нас сейчас в Луцке, кстати, вот рынок огромный, там 3000 точек мелких, ну, лавочников, скажем так. Не что это, наша влада пришла, носили коробки на Майдан, собирали колбасы, вот это все, давайте поможем, там на Киев отправляли, там машине с тем всем этим
едой это, и что? Они думали, что наша влада пришла, она нас защитит, потому что они почему-то подумали, что лавочник это средний класс, и они столпы государства. Их никто не тронет, священная корова. Посмотрите, вот на прошлой неделе все снесли. Смели все к чертовой матери. Сейчас я более чем уверен. Говорят, что там замок Люберта, хотят там что-то сделать такое, типа этническое. Сейчас там забабахают 10-этажный или 8-й центр. Придет крупный капитал, и все... А куда эти люди 3000? Давайте 3000 на 3 члена семьи. 9000 человек. Куда они пойдут? В Польшу горшки мыть. Все, проблема решена. Заработают в Польше, привезут доллары, и в этом торговом центре все потратят. Дякую, идем до інших тем. Генпрокуратура співпрацює з фондом Сороса. Цю інформацію оприлюднив колишній заступник міністра юстиції Володимир Богатир. Він написав кілька запитів до Генпрокуратури і отримав офіційні відповіді. Тож у структурі визнали, що співпрацюють з фондом Джорджа Сороса «Відродження». Зокрема, цей фонд сприяв організації закордонних відряджень співробітників Генеральної прокуратури. Утім, облік відряджень Генпрокуратура не вела. Ну, дуже цікаве питання, і, в принципі, якщо ми повернемося трохи назад, то ми будемо бачити скандал щодо звільнення Шокіна і призначення на посаду Луценка, на посаду генерального прокурора. І, фактично, офіційно Байден і, по суті, вся адміністрація Обами виявили, що вони працювали на зміну генерального прокурора в Україні. От, пане Микита, тобто, цікава ситуація виходить, коли з-за кордону ставлять свого прокурора, який їх влаштовує. Якщо ми логічно будемо мислити, навіщо це? Навіщо за кордонній країні, десь іншій якійсь країні, ставити свого прокурора? Щоб контролювати фактично, що є якась каста неприкасаємих, як це в нас прийнято казати, і щоб їх не чіпали. Це можна контролювати через Генеральну прокуратуру і посаду Генерального прокурора. Да. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли в нас ставлять Генерального прокурора з конкретною метою, що в нас була в Україні каста тих людей, яких не можна чіпати. Тобто, їм можна все – вбивати людей, корупцію влаштовувати, красти з бюджету, але їх просто не притягнуть до відповідальності. І зараз виявляється, що навіть закордонні відрядження оплачувались з якихось фондів за кордоном. Так, і прокуратура об этом не вела. Я працював в МВД в молодості, розумієте, щоб це прокуратура і не знали, скільки у них людей поїхало відрядження за фондом Сороса. Ну, а хто забив, я можу напомнити. Сорос – венгірський єврей, якого спасли родителі во время Второй мировой войны. Это уничтожение. Благодарность он разорил Венгрию. В Венгрии он фигура град. Запрещенный езд. Дальше. В Великой Британии он, извините за термин, опустил фунт стерлингов настолько, что после того, как он его довел до практического дефолта, вот этот с позволения сказать, существо объявлен фигурой невъездной. Если он туда заедет, его сразу арестуют. Венгрия и Британия, его родина, собственно, и так дальше. Наши, это надо какое чувство юмора иметь, чтобы за его деньги не только ездить, но и признаваться в этом. Понимаете? То есть это компаративистская буржуазия, как говорил когда-то Ленин. Будем говорить проще, чтобы не возникало гонений на канал. Это продажная буржуазия или ее ставленники. Цель – взять, раскрасть и уехать. Куда уехать? Кто поедет, как Гончарук, если я не ошибаюсь, во Франции, кто-то Милованов во Францию, кто-то, как Гончарук, в Соединенные Штаты Америки, кто хочет воевать, поедет в Израиль, понимаете, там очередное идет обострение обстановки. Но я условно говорю, ну уже никто не поедет в Китай, никто не поедет в Москву. Поедут все на Запад. Ради этого у них цель – своровать как можно больше. Еще самое главное. Когда вам говорят о зарплатах министров, плюнь дурные в очи, как сказано в пропалой грамоте. Я работал с кабминовскими некоторый период, я не буду говорить о нем. Я знаю, как получают эти министры. Вы думаете, ситуация изменилась, денежные потоки не идут в министерство?
Наш уважаемый Коболев сейчас может отказаться от миллионных зарплат, он мало что потеряет. Это просто никто не хочет расследовать, потому что смотри выше. Вся прокуратура и все министры кормятся из одной кормушки. Дякую, пане Михайло. А от з вашої точки зору, чому ми зараз, в принципі, ми зараз реагуємо на цю ситуацію, але фактично нічого не можемо зробити. Без Генеральної прокуратури неможливо відкрити жодної кримінальної справи. Тобто немає, просто не буде людини, яка буде представляти у суді сторону держави. І якщо там якась фігура, яка виконує вказівки за кордону, це все. У мене вопрос такой, знаете, риторический. А последние лет 6 у нас разве что прокуратура, что ли, была? А что, Луценко – это прокуратура? С собакой танцевать? Вот чем занимался прокурор. Это человек не юридического образования, не опыта работы, ну вообще с улицы. Его единственная практика в юриспонденции – это то, что он отсидел. Вот это единственное, где он сталкивался с органами прокуратуры. Вот и за это, наверное, за эти заслуги его поставили генпрокурором. Дальше всякие это Шокин. Будем дело Байдена расследовать, не будем. Будешь расследовать, усидишь, не будешь, убираете. Понимаете, но это внешне управляемое настолько очевидно, но до какого-то не то, что безумие доходит, до абсурда. Это настолько, как тесто с кастрюли вылазит все, и даже и не пытается скрывать. Вы поймите, даже никто не хочет, даже мину при плохой игре никто не делает. Да, так и все. А как мы посчитаем, если он в конверте получил, или там через жену передали, или что, как мы... Он правильно сказал, вот Сорос дал, например, условно, по 10 тысяч долларов. Он приехал, сказал, скики туби дали, да, там якусь тысячу дали и все. Он же тоже не признается. Это все теневое, это все на государственном уровне, это на уровне генпрокуратуры. Это что значит? Государство Украина идет по стезе самоуничтожения. Это просто настолько сейчас ярко выражено, что институты власти деградировали, а не просто умирают, это шайки. Это не інститути власті, це просто банди, шайки, клуб по інтересам. Дякую. А от, в принципі, з вашої точки зору, виправити цю ситуацію можливо, в принципі, от є посада президента, я думаю, що він потенційно може. Фактично вся влада зараз сконцентрована в його руках. Тобто у нього фракція, це монобільшість. Опять же, нужно, я понимаю. Ми ж розуміємо, що ти можеш поставити будь-яку людину на посаду генерального прокурора, і там дійсно почнуться дуже серйозні процеси, і можна цю ситуацію виправити. Біда в чому? Зеленський не самостоятельна фігура. Это говорящая голова, он внешне управляем. Его же поставили и Сорос, и олигарх Коломойский. Он не, ну он, это как президент, это условно президент. Это голобородька, который не справился со своей миссией. Ему, его цель, какая его была не цель, а какая его миссия была? Дальше играть роль. Он даже с этим не может справиться. А сценарий напишут и? Сценарий уже давно написан. И по земле, почему сейчас и землю продают? Никто, я еще раз повторяю, вот, товарищи, запомните, цель ни Майдана, ни Зеленского, ни Порошенко не стояла никогда укрепление государства Украина. Никогда не стояла цель... Украину укрепить экономически, политически, никогда такой цели не стояло. С чего они вот это, люди наши, взяли это, вот как-то у диву даешься. Сколько лет, 30 лет выбирают говорящую голову, и все то же самое. Да не стояла цель и никогда не будет стоять. Дякую. Когда страна внешне управляемая. Дякую, у нас есть телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Алло. Так, витаем у вас в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. У меня такой вопрос. Вот наших, допустим, так, званых руководителей наших общих, если брать высшую касту Украины, ну, ведет Америка, защищает их, все воровские дела прикрывает. Скажите, пожалуйста, вопрос такой.
какой стране мира мы можем обратиться, чтобы нас, простых людей, могли защитить? Спасибо. Товарищи дорогие, да вы что? Какой стране мира? Ну, давайте все вместе дружно посмеемся. Садитесь в самолет, езжайте в Минск. И смотрите, кто прикрывает батька. Еще китайская, индийская древняя мудрость говорила, самый твой ближайший друг – это тот, который как можно дальше. А кто от нас как можно дальше? И кто самая мощная страна в мире? Китайская Народная Республика. А кто там правит? Мои коллеги – Коммунистическая партия Китая. И вот в 2030 году, это не Василенко сказал, это МВФ сказал, и даже Сорос знает, Китай обгонит полученные штаты по ВВП. И придет он, дорогие друзья, через Советский Союз бывший, территорию Российской Федерации, сюда. Вернее, сюда, что от нас останется. Поэтому доминировать в мире будет Китай. Идеология в Китае коммунистическая. Кто бы там что ни говорил, я много раз, у меня много коллег работает в Китае, и говорят, там не тот социализм. Я говорю, а вы социализм представляете, как тот, какой тот? Я жил при социализме, при разных формах. В Китае третья форма, но там социалистическое общество. Дальше, как вы спросили про передел земли, про паи и про прочие прелести, кто будет распределять. Да, в Китае была проведена воровская приватизация, в том числе земли. И знаете, чем дело закончилось? Они лет 5 назад в Исландии выкупали. Нет, они просто посадили или расстреляли тех чиновников, которые захапывали как можно больше. Дальше. Тех, кто удрал вроде там, скажем так, подружья Луценки в Лондон. Ну, Путин обошелся с Березовским отлично. Он его повесил в его же туалете. Да? На шарфе, собственно. На шарфе. Причем все говорят, сам самоубийство. Ну, блин, возле клозета. Это кирпа, кирпа тоже самоубийство. Да, возле клозета повесил. Китайцы более же гуманные. У них есть так называемая служба специальная, называется «Небесная сетка». Надо молодых людей туда послать на стажировку. «Небесная сетка» предполагает собой структурное разведывательное управление, которое возвращает из-за границы под страхом повесить возле клозета тех, которые наворовали, и думают, что они отсидятся в Лондоне, во Франции и так дальше. Они возвращают. Дальше, я повторяю. Китайских туристов полно по всему миру. Вы бедные пенсионеры, я тоже пенсионер. Нас 11 миллионов 300 тысяч. Мы не ездим, а китайцы ездят. Китайцы живут. Приехал мой товарищ строить в Даулянь, извините, бывший Дальний. На 2 года преподавать, уезжал, приезжал, приехал, метро не было. Уехал 22 станции за 2 года. Так, на секундочку, это реальный товарищ. Как госпиталь за 10 дней. Моя девочка преподавала в Пекине английский. Девочка преподавала, говорит, там есть станции, где 200 выходов на поверхность. Я, говорит, совершенно спокойно жила там, понимаете, в детском садике преподавала английский, получала. Я говорю, так там социализм, она бедолага, не знает, что такое социализм, но там, говорит, люди живут хорошо. Поэтому не надо нас дурить, понимаете, это вы просто не знаете. Вам голову вскружили соседние Польши, ГДР, Германия. На дотациях Польши и Прибалтика, кстати. Да, а посмотрите, кроме Украины, попала под воздействие Прибалтика. В Латвии практически не осталось среди молодых людей. Все уехали на заработки. Существует специальная английская турфирма, которая обеспечивает всех с туризмом. Кто остался, тех, извините. Добре, дякую. И идемо далі до інших тем. Російський президент Володимир Путін не підписував указ про відставку свого помічника Владислава Суркова. Той продовжує займатися українським напрямком. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Також він прокоментував продовжує повноваження заступника глави адміністрації Путіна Дмитра Козака. Він займається і буде продовжувати займатися українськими справами та питаннями інтеграції. Нагадую, помічник президента Росії Владислав Сурков пішов із державної служби через зміну курсу на українському напрямку. І замість нього, за повідомленнями російських ЗМІ, питання, пов'язані з Україною, мав керувати Дмитро Козак. Пане Михайло, як можете прокоментувати цю новину? І це добре для України чи погано? Чи, в принципі, нічого не зміниться? Тому що, як була політика Російської Федерації, так вона і залишиться. Ну, я вам скажу так, що це существенно, звісно, позицію Росії не поміняє. Це
точно так же, как, например, все ждали от Трампа каких-то чудес, но политика США не поменяется. Это система. В России просто Сурков, я так понимаю, новый формат, новый президент, я имею в виду, у нас Зеленский поменялся. А что там говорить, Сурков это немного одиозная личность. И чтобы вот снять вот эти краеугольные всякие шероховатости, так вот, знаете, заявляем, мы Суркова чуть отодвигаем, будет более такой умеренный козак. Кстати, смотрите, что сделали с Богданом. Богдана что же убрали? Богдан тоже одиозная личность. Сколько даже иностранных посольств говорили, Зеленскому не нужно Богдана ставить, потому что уши Коломойского торчат открыто. Тоже же говорили, не надо. И вот я так думаю, что как они друг другу пас дают. Первая Россия, мы Суркова убираем, давайте мы немножечко будем действительно практически двигаться в этом направлении. И то же самое сейчас этот пас принял, я так понимаю, по крайней мере, что касается мира на Донбассе. Украинцы более лояльного Ермака поставили, и уже козак с Ермаком, они люди, которые договороспособны, они не радикальны, они не такие вот... Не налаштованы на конфликт. Да, не налаштованы на конфликт, вот, действительно. Они просто люди, которые будут договариваться. Вот что хочет и Россия, и Украина. Одиозных убрали, давайте говорить, и чтобы это видел весь мир. Я так расцениваю. Но существенно позиция ни Украины, ни России по Донбассу не поменяется. Вот здесь вот нужно уже договариваться серьезно. И здесь уже у меня просто простой вопрос, вот так вот, можно сказать, ко всем зрителям. Почему Китай смог, Макао и Гонконг? Одна страна, две системы. А мы что, дурнее китайцев, что ли? Мы что, не можем сделать у себя, как они с Гонконгом и Макао? Хотят они, кстати, в Гонконге, свои управляющие органы, прокуратура, полиция. Законы. Законы. Почему это нельзя на Донбассе? Я вот спрашиваю у украинского режима, вот у Зеленского. Почему нельзя это сделать у нас? Мы что, глупее? Или вам что, людей не жалко наших? И там украинцы, если вы считаете украинцы. Дальше, на Донбасс, в Крым, это, говорю, мы по воде посмотрим. Что, за воду кто-то говорит? За электроэнергию кто-то что-то говорит? Никаких подвижек нету. Никто ничего не делает. Вот к чему это все и ведет. Дякую, пане Микита. А от з вашої точки зору, все ж таки, чим будемо ми бачити пришвидшену реінтеграцію Донбасу, якщо там, я так розумію, відсторонили від українського напрямку Суркова, а все ж таки дали керму керування Козаку, тому що ми українцям. Українським напрямком. Ми ж розуміємо, що не може бути два начальники. Тобто, якщо там Козак сказав, то Сурков не погодився. Я списався з москвичами, з моїми агентами влияния в Москве. Громко сказано, но я когда-то выпускал военный журнал, половина ГРУшников осталась в России, моих авторов и героев. Войн там, где после Сороса начинаются войны. Что я хочу сказать? Суркова вообще нету русской крови физически славянской. Понимаете, дивная смесь еврея и чеченца. Более того, все абсолютно, в один голос, даже донечане говорят, что он вор. Ну хорошо, донечане, они могут там быть какими-то претензиями к нему иметь. Но почему москвичи говорят, что он вор? Им-то виднее. Вот, и он организовал теневые схемы, все, что он организовал себе в карман. И простите меня, как говорили у нас в молодости, с Понтом, он еще поэт. Я не знаю, какая там у него ориентация, мне тоже на нее намекали, но это вопросы к нашим гей-клубам. Правительство, я имею в виду, естественно. Вот. Но дело в том, что все в один голос говорят. Это человек, который прилип к власти и сосал от нее. Я говорю, нам это известно. Насасывал свою утробу. Козак более решительный. Он бывший разведчик, будем говорить откровенно. Он настроен на реализацию тех программ. Надо ли нам возвращать Донецк-Донбасс? Однозначно да. Хотя бы потому, что они сейчас качнулись очень сильно к нам. Там сильно понизился уровень жизни. Ну, понизился он там. Не буду приводить цифры. Во-первых. Во-вторых, там украинцы. В-третьих, брехня, Порошенко говорит, что там разворовали предприятие. Брехня, что там шахты закрыли. Что-то, например, патронный завод, конечно, там его, мягко говоря, почистили.
Но основное предприятие работает. И наши олигархи, не буду называть их пока, до суда же дело трибунала не дошло, наши олигархи, которые заседают в парламенте, спокойно владеют собственностью в Донецке, Донбассе, работают, то, пожалуйста, Михаил тоже знает об этом, работают промышленные предприятия, они приносят прибыль. И все. И политика Порошенко ушла в небытие. Но мы взамен вообще никакой политики не получили, позвольте. Вот, поэтому будет ли он договариваться, не будет ли он договариваться. Но положение ухудшается с каждым днем. Мы все это дело видим. Дякую и йдемо далі до інших тем. В рамках спільної місії США та України, а також договору з відкритого неба з 10 по 14 лютого на румунському літаку спостереження Ан-30 здійснюватиметься спільний політ над Росією. Про це повідомив начальник Національного штабу по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Ришков. Російські фахівці на борту літака контролюватимуть дотримання узгоджених параметрів. Цікавий факт. Раніше президент США Дональд Трамп підписав документ про намір США вийти з договору з відкритого неба. США і РФ мають намір найближчим часом розпочати діалог з контролю над озброєнням. Пане Михайло, як ви можете прокоментувати цю новину? Тобто на румунському літаку українці та американці літак ротянського виробництва все ж таки мають контролювати Росію. Тілега літаюча, так. Ну, тобто, цікава в принципі ситуація. А ще на борту літака будуть ще й росіяни, які будуть дотримувати, я так розумію, стандартів там, цього контролю. Ну, щоб все по плану договоренності. Ну, цікава ситуація. Ситуація кумедна, інтересна. Я б навіть сказав. І кумедна, і страшна ситуація. Знаєте, от вопрос такий теж, мислі вслух. Через 30 років, після того, як ми жили в одній країні, чому українці літять, грубо говоря, да как мы дожились до этого, что мы летим не с братским русским народом вместе, а летим с американцами инспектировать Россию. Вот в чем вопрос. Вот как хитросплетение исторические нас куда завели. На радянському літаку, за який зараз належить Румунії. І українці, як, грубо говоря, з агресивним блоком НАТО, Сполученими Штатами і румунами, літять інспектувати Росію. Ну, з російського розрішення. Ні, ну, це зрозуміло, так, тим не менше. Ми по різні сторони барикад очутились. От що в цій ситуації на самом деле ужасно. В чому ужас і трагізм всієї цієї ситуації. А это то, что они там летят, это мировая практика, ну, здесь ничего нового. Что я хочу сказать, почему вот там шумиха, я он из СМИ посмотрел, пролистал быстренько, мы, украинцы, типа, как летим инспектировать Россию. Да, это цирк, взяли там несколько человек для виду, для понтов, как говорится. Это то же самое, Каденюк летал в 90-е на американском шаттле. Космическая держава, которая сама запускала ракетоносители космонавтов на орбиту, выводила тысячи раз, ну сотни раз, скажем так. Каденюк там какие-то выращивал цветы лютики. Но это тоже, ну как бы, вот та же самая ситуация и сейчас с этим, с полетами, якобы украинцы будут в этой делегации. Это клоунада, цирк и замыливание глаз. Это смешно. Вот и все. Это смешно. Дякую, пане Микита. Смешно и трагично. Пане Микита, як вы можете прокомментировать всю новину? Ну, я немножко шире. Я две цифры скажу. Россия – страна, которая претендует на роль империи, понимаете? Как империя она развиваться не может, силенок маловато. Не падает все. Растет рост, в том числе в Китай, углеводорода. То есть там 93 или 94% это продукты, которые они достают из-под земли. Все остальное, или лес. Они валят лес не хуже нашего. То есть это империалистическая страна, понимаете, с царем, батюшкой. Пытается возродиться как империя. Но у них даже из Беларуси не получился роман. Батька вывел он на Минск. То есть на тех условиях, пока будет Путин царь, Россия единовластная страна. У нас ничего хорошего не будет. Дальше. А этот эпизод, да, на 70% упал экспорт оружия в Украину. А в России он упал на 17%. Я не радуюсь об этом, я просто с печалью констатирую. Что они бы и хотели, понимаете, но они не могут.
как старая, извини, дама тянет ручки к молодому юноше, а денежек-то нет оплатить ему. Извините, что я, так сказать, своих российских друзей задел, но это так, все с горечью говорят. Их выставил Китай из Африки. Монголия, которая поставляла чуть ли не всех своих этих, перерезала в Великую Отечественную. Овец поставляла полушубки. Монголия под Китаем. Вы знаете, сколько специалистов осталось из Российской Федерации в Монголии? 20 или 30 человек, которые обслуживают старые тепловозы. Все. Скоро эти тепловозы будут в музее. Поэтому их вытеснили отсюда. Временные, сказали, в Сирии они замирились. Не замирились. Вчера турки уничтожили 101 турецкого сирийского военнослужащего. Ну, ничего не выходит. Поэтому я считаю, что, ну, инспектирует. Ну, что там смотреть, если со спутника все видно. Дякую. І йдемо далі до інших тем. Служба безпеки України зацікавилася ймовірним листуванням народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Іллі Ківи з російським політиком Володимиром Жириновським. В повідомленні СБУ йдеться, що мають скріншоти та відео листування двох політиків. Прес-секретар Жириновського заявив, що російський політик взагалі не знає про існування Києва. Втім, сам Києва визнав, що знайомий з Жириновським і є прихильником міжпарламентських відносин. Пане Михайле, така пікантна досить тема. От, як ви можете її прокоментувати? Знаєте, що стосується Києва, всі теми пікантні. Последнее время. Сам Кива пикантный человек, я вам так скажу. Сначала с пеной у рта говорил, Донбасс надо на колени, мы его силой. Помните, все знают, все видели все эти видео. Это с бешеным взглядом, с пеной у рта говорил, всех давить, мочить. А сейчас что он говорит? Ну, понимаете, Кива это... Я вообще вот для меня, если честно, как вот для коммуниста, как для левого, как я был так удивлен, что вообще Киева попал, а человек Авакова полностью попал платформу «За життя» оппозиционную. Это там уже что, какие-то, не знают, что там за движение у них, какие там у них клановые договоренности, чтобы Киева попал. Они бы еще туда Карчинского взяли. Че, Карчинский за деньги тоже может... Вы Киву за Россию в спортзале? Вы его в спортзале видели? Поговорить? Он... Ну, и не хочу видеть. Нет, так он... Ну разве что его как таран. Это как у этих вот был, Эльбрус Тадеев у регионалов. Да. Ну, разве что как боевик. Да, чего нет, почему да? Все равно, знаете... А то Власенко там жмется, а Власенко, значит... Солидная политическая сила, набирающая оборот, еще и, ну, как бы, сколько людей, в том числе и наших, голосовало, потому что наша же власть... Режим украинский Зеленского до сих пор боится коммунистов. Коммунистов мы на выборы не пустим. Чем мы так напугали? Так у ваших хозяев, американцев, пожалуйста, компартия есть. Все нормально. В Европе компартии. Он Меланшон во Франции. И на выборах участвует. И неплохие результаты, кстати, берет. И все нормально. А может, тут страх. Конечно боится. А почему левых нету? Почему нету левых партий? Коммунистов запретили, левых не пустили. Того там с залогом, тому еще что-то сделали, Дякую. І ще щось зробили. Пане Микита, як ви можете прокоментувати 3 хвилини до кінця ефіру щодо ситуації Києва, Жириновський, СБУ? До Києва адекватно ставлюся, я його знаю особисто. І те, що він демонструє на публіку, і то, як він себе веде, і в личному розмові – це дві великі різниці, я вас уверяю. Але що його зв'язало з Жириновським, це коли єврейське казачество восстало, розумієте? Жириновський – ура, патріот. Ну, це смішно. Син адвоката. Русский патріот. Що его связало с Жириновским, может, просто любопытство. Ну, люди, что бы мы делали, если бы не было Кивы? Смотрели скрытые записи гей-клубов наших министров, понимаете, или в лучшем случае он уже в сексуальном скандале замешан, так думаешь, боже, наконец нормальный мужик пошел в секс-шоп, понимаете? А что, то все, еще один есть этот, что... Что, там есть еще один нормальный? Женщину легкого поведения заказывал. Я уже радуюсь, да. С прической 60-х. Да, хоть два нормальных мужика. Пане Ременко. Да, ну а так, ну дошли до ручки уже, понимаете. Уже слава тебе, он в секс-шоп пошел, ё-моё.
Возрадуюся за наше правительство, да. А чого СБУ зацікавилося? Що їх так збентежило? І чи можливе якесь кримінальне провадження? Та ні, ну СБУ сказало зацікавитись, воно і зацікавилось. Там СБУ ж наливає цього Наливаченко, кажу, призначили представника президента. Він там нічого не вирішує. Сказав, займітесь, ну зайнялся. Вон Маруся Звіробой сьогодні відкритим текстом послала судді, які її засудили. Хоч би що, понімаєте? Вона казала, що ошейник не в Діне, а все ж таки в Діла. А? Вона казала, що цей браслет, ошейник цей, вона не надягне. Та її ідіот, пусть вона, раді Бога, не мучається, зніміть вдома. Це ключом з почтового ящика відкривається. Повірте мені, я повторяю, в МВД служу, знаю, що це на цим браслетом. Та діло не в цьому. Діло в тому, що власті в Україні нет, я вполне согласен, понимаете? Все йде, предупреждають, не предупреждають. Ну як ви можете з малими дітьми, які ще й глухі, що-то їм внушати? Їм хочеться шоколадку, яку їм дядя за углом пообіцяв. Вони за цю шоколадку дом підпалять і збігуть к дяді за углом, а там все остальное, хоч земля не горить. Тому закінчиться Аргентина. В Аргентині продажа землі закінчилась волненням, приходом к власті воєнних. Воюючій стороні не може не бути воєнної партії. Такого не буває. Зрозуміло. Я дякую нашим гостям. Зі мною у студії були член президіуму антифашистського комітету Михайло Кононович та професор Інституту журналістики Микола Василенко. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші ефіри ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. І шукайте телеканал КРТ у Телеграмі. Попереду ще багато цікавого.